Друзья, всем привет! Ну чё, сегодня такой видосик, так себе, так сказать. Небольшой расслабончик, поэтому сильно там не серчайте. Вот, сделал себе выходной, если по чесноку. Потому что ну, мозги уже закипают от этих всех размеров, расчетов и так далее, и тому подобное. Поэтому, кому интересно, смотрите его до конца, мужики. Ну, кому не интересно, ну, что ж поделаешь. Разжигаю печку, запихал дрова, вот, и попшакал на дрова ВДшкой. Вот, благо двери закрыл на замок. Я снизу я мочу перчатки бензином, ну, чтобы они горели и дрова разгорались. Вот, и горелкой поджигаю. Сейчас так шарахнуло. Благо закрыл. Так, такой хлопок. Вот это поддувало аж. Вот так вот открылось. И дымоход выскочил. Царапины. Короче, почистил заодно дымоход. Я не знаю, наверное, пепел до сих пор опускается. Сажа. Вот это нормально шарахнуло. Это капец. О, мужики. Ну, не видно, конечно, через камеру. Но речка до сих пор не замерзла. А, мороз сколько? Вчера, наверное, градусов 16-17 держало ночью. И днем, наверное, до десятки. Сегодня ночью, позавчера было чуть поменьше. Волна как гуляла, так и гуляет. Капец. Ну чё, инструмент греется. Ботинки тоже прогреваются. Такая этажерочка сделал. Там перчатки. Потому что отказывается работать на улице. Морозище, он окна позамерзали. Минус 3. Так. Чё, конуса как делать? Вот один шаровый, резьба отрезана. Это под девятошные шаровые. Ну, то есть он распиливается, достается, резьба отрезается. И кусок прутка. А вот еще один. Это уже шестерочные шаровые. Вот такие. Тоже резьбу отрезано. Ну, а дальше что, гайка, сейчас найду. Ну, а дальше гаечка подбирается. Это те гайки, которые я на металлоприемке тогда насобирал, там, не знаю, с пол ведра их. Не знаю, что они их повыбрасывали. Они новые абсолютно, нигде не ржавенькая. Нагреваю горелкой. Ну, обычно резаком, ну, в прошлый раз грел обычной горелочкой, которая, ну, газовый баллончик. Вот, на наковальню наставляется и молотком делается конус. И все. И дальше вваривается. Потому что, как бы, они-то есть конуса, да? Вот эти вот, с этих сошек там, со всех. Но они могут пригодиться везде, где угодно. Можно, конечно, отрезать и использовать. Ну, а зачем такие вещи портить? Потом попробуй их найди. Поедешь, а их нету. И все, здесь под этот, под шестерочный, ну, чуть большего калибра подбирается, и все, раздается. И работает оно не хуже, чем те конуса. Вот и все. Что заметил? На речке лед стоит, и вот по центру сидит рыбачишка, что-то ловит. Сейчас, наверное, схожу на речку. Посмотрю, обстановочка, что там за обстановка. Лед стоит 3 дня. Всего лишь, навсего. Заодно и толщину померяем. Сделаем, так сказать, небольшой перекурчик. Мозговой штурм отменен. Ну вот, идем на речку, взял с собой топорик. Сейчас толщину посмотреть. Вот она, зима кубанская. Ни снежинки. Ничего.
А микрофон не брал с собой. Он рубит. Сидит. Лунки. Никого. Больше нету никого. Прорубил я его. Тоже луночку такую. Ну вот лед. Толщина. Сантиметров. Сантиметров 7-8 где-то. Ну, рубил, даже не трещит. За 3 дня намерз. Волна гуляла, ветер такой был. А вон еще рыбачишка под камышом. За удочкой сходить, что ли. Пройтись вот так под камышами, окуньков подербанить. Может, это последний лед в этом году. Это в прошлом году на один день замерзала речка. Вот как-то так. Вот так, мужики, всегда. Только соберешься на рыбалочку или еще куда. Капец, надо куда-то ехать. Куда-то надо ехать, кого-то надо везти. Сдается мне в пролете. Вот, как-то так. Так, мужики, ну, взял красного, взял белого опарыша. Значит, быть рыбалки. Вот. Ну, опять заехали еще в один магазин. Сижу, жду. 50 рублей, кстати. Белый, 50 рублей красный. Стольничек отдай. Так что тракторишка пока стоит. Мормыш. Вот. Чемоданчик отрыл свой, вот так вот, какие-то еще перчатки лежат уже несколько лет, удочки там, кивок, для пробы пойдет, пылище весь, это капец, все, пойду попробую, бур брать не буду, новый бур, мужики, ни разу еще не бурил. 5 лет назад купил, до сих пор лежит. Топор возьму. Так, ну, топорик взял. Не знаю, градусник, конечно, выгорел, но можно будет видеть. Вот она, шкала. Видно, вот, если близко-близко подвести. 5 градусов тепла. Все, пошли на рыбалочку. Так, ну, этот рыбачишка переместился, судя по всему, вон чуть подальше, где он там, а вон сидит, вот там никого не видать, там поворот, помните, да, как-то мы на лодке гоняли, но тоже никого не видать. Сейчас вот в этой луночке у себя возле мостика, так сказать, попробую чисто так пробненький. Тут окуньки постоянно, здесь такой обрыв, может, что-то и будет. Под камышом пройду здесь. Здесь хороший такой, обрывистый. Вот. И пройдусь под камышом вот здесь. Ну, а там посмотрим. Может быть, схожу. Сейчас покажу. И запись прервалась. Вот сюда, вот на этот вот угол. Там капец. Раньше клевало капец. Короче, стою сейчас, пробую. И наблюдаю такую картину. Ну, поздняк метаться было. Мужик, он сидит. Рядом вот ведро, он с ним сзади. А он чуть дальше кот. Кот прибежал, завалил ведро и потянул рыбину. Так мужик за ним там гонялся. Он пошел его опять прогонять. Это капец. Это ж кошара
Ну, может, егошний. Вот такие вот дела. Ну что, мужики, шарохаюсь туда-сюда. Еще и клёва не видел. Уже не знаю, сколько прошелся, сколько мест поменял. Вообще капец. Глушняк полнейший. Хоть бы кто-нибудь дербанул. Хоть разок. Один всего разочек. Вот, короче, я пришел на какую-то кладочку. Тут уже вот кто-то рубил. Она так замерзла слегка. Аккуратненько расковырял, поставил. Попробую еще здесь. Вот смотрите, возле камыша. Где тут фокус? Вот это вот не замерзшее. Вот это. Там родник бьет снизу. И вода не замерзает. Везде 10 сантиметров. Ну, не 10, 8 где-то сантиметров. А вот тут не замерзшее. Ну что, друзья, первый. Чуть на глубину ушел. Вот. Был там. Потом сюда. Здесь глубина вот около 5-6 метров. Вот там вообще вода не замерзла. Сейчас, если не убежит. Только забросил. Здесь около 2 метров. Чуть дальше мылочку прорубил. Там около где-то 4. Вот туда дальше около 6. И сразу же клювануло. Под камышом его нет. Поэтому сейчас сажусь и долблю вот так по над обрывом по глубине. Ну, я рыбак еще тот. Что там говорить. А вон, друзья, видно, да, границу. Вот там льда практически нет. То есть сегодня-завтра там будет волна гулять. Все, мужичок с котом ушли. Я один на всей речке. Никого больше, мужики, нету. Вот как-то так. Ну и клёва тоже нету. Там, наверное, не видно ничего на солнце. Отошел чуть в сторону сюда. Ну тут где-то 3 метра. Вот там вообще еще больше. Это так на обрыве как раз здесь. И вот здесь что-то такое топит, непонятно. Сейчас поймал. Вот такого выпустил. Вот на 3 метрах. Сейчас, если будет видно. Что-то долбит. Но не пойму что. Вот. О. И дали. Он что-то поймал. Опять какая-то мелочь. Блин, ну далеко надо отходить. Это ёршик. Только ж одного выпустил, такого ёршика. Где он тут? Вот он. Ёрш. И опять ёрш. Короче, тут ерши одни. Пойду я отсюда. Так, ну что, что-то клюет. Так интенсивно клюет. Кстати, одного ёршика поймал чуть покрупнее. Камыши кто-то он со стороны берега запалил. Горят. Нормально. Ну, ветрило какое. Туча пошла, пошла. Дымная. Так, что ж тут клюете? Надо бусину повесить. Слишком маленькая мормышка опускается очень долго. Просто капец как долго. О. Сейчас никого. Хотя нет, вот что-то такое долбит, вот такое. А камыши горят. Как разгорается, мужики. Прямо аж тепло пошло. Капец, кто же это запалил? Ну вот кто-то вот здесь вот. Отсюда вот от этих деревьев пошло и туда. Так, ну вот, мужики, возле кладки. Не знаю, не видно, наверное, будет. Телефон замерзает. Вот эти кладка. В
внизу, там уже волна пошла гулять. То есть сегодня вот это вот, что светлое, все будет вода. Это размоет очень быстро при таком ветре. Ветер очень сильный. Вот такие дела. Так что день-два льда не будет нигде. Вот здесь тоже льда не будет. Вот так все быстро замерзает, быстро растает. Вот, кстати, одна промоинка была, замерзала в последнюю очередь. Вот она другая. Но туда я уже не пойду. Там капец. И вот третья. Это третья промоина. Вот. Она замерзла в самый-самый последний момент. А там еще дальше еще. Еще позже. Ну тут сантиметров 5, наверное, лед. Вот, ну. Не хрустит, ничего. Держит капитально. Так что, наверное, сворачиваюсь и пошел домой. Наверное, с десяточек выловил. Хорош. Хорош. Как-то так. Ошпилить. Ну, вот туда. Мужики, ну, домой возвращаюсь. Я уже говорил, наверное, с десяток ветер навстречу. Ну, я думаю, слышно будет. Вот. Микрофоны не брал, потому что это было порезка, а мой спонтанно. Вон, в той же робе, в которой я работаю, вон. Замерз. Это капец. Как собака бешеная. Я манал. Уже сопляки ручьем бегут. Как они там на рыбалку ездят, как посмотришь. Вот такие, я не знаю, там плавники. Вот такие глаза у рыбы. А у меня вот такой вот размер. Не, короче, не рыбак я. Так что проще, наверное, и лучше в тепле и с металлом сидеть. Вот. Это то, что я рубил. Это кто-то рубил. Вот. Нагулялся. Не, ну завтра все равно сгоняю в ту сторону теперь. С утреца до обеда. Недостаточно. Сегодня уже не хочу. Ну и оденусь потеплее. Так что, друзья, всем пока. Ну а как по-другому? Через несколько дней льда не будет. Поэтому сгоняю еще в ту сторону. Как-то так. Ну там не глубоко. Глубина вот там. А здесь поменьше. Может быть, на мелячке. Вот там дерево лежит. Вон там. В воде. Туда еще схожу. Вот как-то так. Все, всем пока. Если завтра будет клев сумасшедший, обязательно засниму. А так, хорош.